Дарик, в чем причина поражения от Кунь Ред Стар? Возможно, в отличной игре вратаря соперника Джурусика? Безусловно, вратарь у Кунь-Луня сыграл очень хорошо. В январе мы играем не так здорово у чужих ворот. Мало создаем моментов и мало забиваем. Сегодня не забили ни одной. Если бы провели две шайбы, как в предыдущем матче, то взяли бы очки. Необходимо улучшать результативность. Дерек, что ты сказал Мэтту Джурусику после матча? Это был короткий разговор после игры, пока я крутил велотренажер. Мы знакомы. Мэтт провел хороший матч и проводит отличный сезон.